души, эзотерический обряд, который может помочь человеку исполнить его желание. Утром представьте, будто у вас огромный хвост павлина. Представьте, будто этот хвост павлина идет вверх на расстояние вытянутой головы над вашей головой. Представьте, будто этот хвост павлина красивый, как веер сзади вашего тела. На центральном пере, которое находится в самом центре за вашей головой, на самой вершине данного пера, представьте в месте, где есть такой самый красивый и большой рисунок, шар, на котором напишите или представьте событие, которое может удовлетворить ваше желание. При этом представьте это событие одно, то есть одно, немного. Нельзя так, чтобы на всех перьях были желания. Так нельзя. Так ничего не сработает. Почему? Есть анекдот такой, мне бы таблеток от жадности, только побольше. Так вот, побольше здесь не работает, одно желание. Когда вы представили вот это перо и на этом перье представили это желание в шаре или в виде картинки, как бы вытканном на перье этом, начните произносить на вдохе «хуп», а на выдохе «циняй». Это «циняй» — это такие тайные слога, которые помогут вам исполнить желание. При этом представляете, будто данные перья, они шевелятся в такт движения вашего тела, создавая эффект апахала. Сколько раз необходимо произносить? Не менее 108 один раз в день.